Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряженности. В этой связи российско-китайское взаимодействие в арктической зоне может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости в Арктике. Российско-китайское сотрудничество никогда не направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту интересов этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран. Вот что можно сказать. Поэтому, да, проявления конфронтационности видны даже в этом документе, который был опубликован Пентагоном.